Здравствуйте, с вами Милана Смитская. Давайте рассмотрим вот такой шикарный узор. Смотрите, так узор смотрится с лицевой стороны, а вот так с изнаночной. Так, смотрите. Узор формируется по изнанке. Хвостик слева, видите? Это потому, что я связала базовый ряд изнаночными петлями, чтобы в дальнейшем вязать узор по лицевым петлям. На этот узор мы набираем такое количество петель, чтобы было кратно 2. Набрали нужное количество петель и вяжем нулевой базовый ряд изнаночными петлями до конца ряда. Кромочную снимаем и далее вяжем все петли до конца ряда изнаночными. Далее. Этот ряд мы повторять больше не будем. Первый ряд узора. Кромочную снимаем. После кромочной накид. Затем отделили 2 петли лицевые и вяжем 2 вместе лицевой за переднюю стенку. Делаем накид и эти же 2 петли вяжем 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Все и так повторяем до конца ряда. Накид перед этими двумя лицевыми. Затем 2 вместе лицевой за переднюю стенку. Накид и 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Повторяем накид, 2 вместе, накид, 2 вместе, кромочная. Далее второй ряд. Второй четные ряды узора мы кромочную будем всегда провязывать. Не просто переснимать, а провязывать. Провязали. Затем вяжем по 2 вместе одной изнаночной петлей. До конца ряда по 2 вместе одной изнаночной. Все, узор повторяем с 1 по 2 ряд. Кромочная в четном ряду провязывается для того, чтобы полотно в дальнейшем не давало косину, то есть не косило, а было идеально ровным.